Многие говорят, что для черенкования розы надо использовать средние части побегов и что черенок должен иметь размер не менее карандаша. Но на практике гораздо лучше будет укоренять черешок, который возьмете с верхней части побега. Нарезаются они стандартным способом. Надо сделать прямой срез острыми секаторами над верхней почкой, а под нижней почкой срез должен быть косым. Не забываем при этом продезинфицировать секатор перед работой. На побеге должно быть минимальное количество листиков, чтобы влага не испарялась из нашего черенка. Не переживайте за процессы фотосинтеза, так как они проходят не только в листьях, но и в побеге. Даже потеря всех листьев не станет приговором маленькому черенку. Почки черенка обязательно должны быть спящими, ведь если они хоть немного пробудятся, роза будет отдавать все силы на выгонку побегов, а не на формирование корней. Поэтому брать те побеги, где почки уже тронулись в рост, пустая трата времени. Когда черенки нарезаны, лучше всего замочить их на 24 часа в растворе эпина. Плюс обязательно используем корневин, чтобы простимулировать быстрое формирование корней. В него нужно просто окунуть черенок перед высадкой. И только после всех этих процедур погружаем черенок в вермикулит для ускорения. После пересадки нужно увлажнить вермикулит с помощью распылителя. Если черенкование делается в пластиковых стаканчиках, надо брать два, один для вермикулита, а второй, чтобы накрыть черенок для создания парникового эффекта. Но сверху и снизу надо сделать отверстие для циркуляции воздушных масс. Все черенки должны укорениться в течение 14 суток. Когда вы откроете свои мини-парники, попробуйте нежно вытянуть черенок из вермикулита. Если сделать это сложно, значит корешки образовались и цель достигнута.